у хозяев. Хозяева в белой форме, гости в черный. Кристиан Сепунару, Глен Ловенс, Абрахам Минеро, Альваро Гонсалес, Хосе Мария Мавильев, Франко Цукулини, Апоню, Франциско Монтаньес, Элдер Паштига и Виктор Родригес. Это состав Манола Хименеса, состав хозяев. И пропускают футболисты Сарагосы на 13-й минуте от Бруно Гамы. Здесь, конечно, чудовищная ошибка Сасуны в обороне. Сасуны Сарагосы, прошу прощения, в обороне.